Всем салют! И это Вольфенштейн. Так, я хотел посмотреть, что у меня там со способностями можно улучшить. Так, силу. О, круто. Так, невидимость мне не нужна пока. Броню увеличивает. Так. Вот это улучшим. Выкидайте гранаты, метательное оружие гораздо сильнее, нанося дополнительный урон при попадании. О, прикольно вот это вот. Ну и вот это вот изучу. Так, оружие теперь. Пистолет. Так, вот эту вот пушку. Ствольная коробка. Улучшим. Это улучшим. Так. Рентгеновский прицел. Круто. Так, нельзя, да? Давай вот рентгеновский прицел. Или нет, давай оптически все-таки оставим. Так, магазин. Увеличим. А, один из трех. Так, а какой лучше, какой лучше? Так. Плюс 10, минус 10. Давай вот это вот оставим. Дуло. Ага, здесь ничего. Дуло, дуло. Здорово. Здесь ложе. Так. Все. Коллекция 3D очки. Что это такое? Не знаю. Ладно. Так. Химическая война. Вот, спуститься под землю хотел. Как сообщил нам Пенда... Пенда. Сопротивление узнало о плане нацистов отправить подземные запасы воды и воздух. Нужно спуститься в подземелье, в подземную сеть под бульваром Победы. Найти отравляющие машины и уничтожить их. Так, погнали. Сюда. Так. Сюда, нам сюда. Так. Погнали.
пулеметчик хренов. На карте отмечаются. Всех завалили. Откуда вы? Где-то здесь, не вижу. А, вон сверху. Все отлично, завалили. Так, нам сюда. Уничтожить 4 машины. Ок. Так, дневник оружия, да? Так держать, Софи. Молодец, сестра. Так, дневник оружия. Фонарик. Что? Так, Артур и Кеннет не дали Треду Слэгботтому убить гуся баронессы. Было круто. Тред Слэгботтом, такой смешной персонаж. Это точно. Погоди, дальше еще лучше. Зашибись, сестра. Хорошо. Ага, понял, не пробраться. Так. Оба, собаки. Ух ты, зараза. Нихера себе. Так, где она? Ёпти. Заминированные псы, блин. Так. Нет, нам не сюда, нам вот сюда надо.
это кто такой? Все, завалили. Я иногда скучаю по полям. Я в тебя верю, сестра. Я тоже. По вечерам с блокнотом и ручкой. И рядом, чтоб чашка холодного чая. Ого, фига себе. Так. Здесь мы сделали. Идет. Эх ты, зеленое что-то. Радиация какая-то. Вода. Так. Я не вижу, правда, куда я плыву. Скорее всего, надо будет обойти, наверное. Мелочевка. Так. Это я прокрутил. Это я прокрутил. Может быть, вон туда надо бы залезть. Не получается, ладно. Так. Так, как вон туда пробраться? Попробуем там сейчас. Не, не получится. Блин, один вход. Как-то надо здесь пробовать. Как-то надо тут опробовать. Даже, честно говоря, не представлю. По трубам тоже, наверное, не получится. Так.
Ладно, попробуем обойти еще разок. Так, здесь я крутил. Чего? Открыть электро... Чего электрокрафтерком? Что такое? Так, понятно. Так. Мелочевка. Так. Я, наверное, зря вышел, кстати, мне, наверное, надо быть обратно. Так. А там, наверное, не только крутить, там надо было еще что-то делать, походу, да? По ним стрелять, что ли, или что? Сейчас посмотрим. Уничтожить их же надо как-то. Так. Вот, пойдем первую сразу посмотрим. Нацисты думали так просто нас травить? Так мы и позволим. Блин, а что теперь здесь? Ё-моё. Кто-то сбоку бежит. Этим я займусь. Что за зараза? Блин, я вообще ничего не вижу, честно говоря. Где там зомби? Мне помощь нужна. Надо дробаш брать. Последняя жизнь, бежим отсюда. Я снова в деле. Сейчас мы им устроим. Меня ранили, Джесс. Нужна твоя помощь. Фига, огнеметчик какой-то. Блин. Так. У меня патронов вообще нету. Нацисты думали так просто нас травить? Так мы и позволим. Ага, найдем эти машины и уничтожим их. Так, а рентгеновский прицел я смогу установить? О, коллиматор и фонарик.
Отлично. Так, кто-то идет здесь. Так. Ага, я его уже открывал, поэтому все второй раз нельзя. Так, уничтожить машину. Вот, теперь читаем. Мы в тоннелях под бульваром Победа. Отравляющие машины должны быть где-то здесь. Нужно найти и уничтожить их все до единой. Открыть зажим. А, сзади что ли? Привет. Все, так, отлично. Одной отравляющей машиной меньше. Отлично. Так, держать, сестра. Я туда. Ее гребаные собаки. Так, что я еще мог? Ай-яй-яй. Я вообще не вижу, куда стрелять. Сюда, наверное. Блин, засада. Так. Оружие. Дробовик. Прицел. Фонарик. Прокачать, поставить. Прицел. Ясно, ладно, дробаш можно, все, фонарик поставил на дробаш, уже проще. Что там лежит? Пулемет. Так. Идем дальше. Так, 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 а вот это что такое за вход? Здесь я никуда не попаду, нет. Так, отлично. Здорово.
Вторая готова. Еще две. Гребаные, блин, собаки. Туда. Так. Ага, вот я еще к одной пришел. К двум сразу, все отлично. Так, все забираем. Крутим. Одна осталась. Все, возвращаемся. Нихера, их сколько там бежит прям. Да ладно, блин, всех завалили, что нихера, блин. Я думал, мы здесь все еще помрем, блин. Мелочевка. Так. Где тут выход у нас? Ага, вон там. Так, вернуться к Пенте. Я чую, тут рядом бродят нацисты, Джаз. Так. Нам надо оружие переключить, теперь пистолет. Прицел.
Вот этот. Пистолет-пулемет, так. 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 Дробаш, фонарик. Ага, этого нет. Этого тоже нет, да? Ладно. О, все. Вон они. Откуда, сверху что ли, сбоку? Во, отсюда. Где? Да зараза, где мы тут? Так. Нам надо вернуться к Пенде. Блин, опасался. То есть это катакомбы. Сэр, благодаря вам вода чистая, ее снова можно пить. Вы такие же смелые, как отец. Вас ждут великие подвиги. Сова? Привет.